Автошкола АБЦ «Урал» совместно с ГИБДД города Полевского выпустила новоиспеченных водителей. Программу «Юный водитель» уже освоило около 40 юных полевчан. А накануне в ГАИ специально для них были составлены билеты по темам «Ты водитель, ты пешеход». В ГИБДД надеются, что эти курсы помогут изменить статистику. Из года в год в летний период, когда у школьников полно времени покататься по городу, на дорогах пик детского травматизма. Впервые в городе Полевском организована и проведена программа обучения «Юный водитель», целью которой явилось элементарное обучение детей в возрасте от 13 до 15 лет правилам дорожного движения. Дети в первую очередь организованы, во дворах они у нас нигде на дорогах уже не ведут себя как попало. А две недели обучения, то есть я не думаю, что они для себя что-то не исчерпали. Даже повторю, что они для себя исчерпали здесь знания, которые в дальнейшем помогут им, в дальнейшей жизни их помогут вести себя на проезжей части так, как ведут себя взрослые люди. По сложности, говорят педагоги, экзаменационные билеты немного уступают тем, по которым взрослые водители сдают экзамены. Но смекалка и быстрота реакции для всех должна быть одинакова. Дорога не щадит. Для юных водителей нет никаких поблажек, требования как ко взрослому. Теория без ошибок, практика без заминок, соблюдая все дорожные знаки и правила движения. Конечно, у нас опыта подготовки водителей данной возрастной группы, естественно, не было. Будем говорить, и мы учились, и ребята учились, но мы профессионалы, знаем свое дело. А ребятишки пришли с большим желанием, с большой охотой на учебу. Даже несколько ребят было, которым еще не было 13 лет, но они все ходили на занятия, у них было желание. Надо было видеть блеск в глазах, какой у них был, особенно в тот момент, когда дали им впервые попробовать даже экзаменационные билеты водительской категории «Б». Вот. Они решали их. Глаза светились, им интересно. Сегодняшний экзамен сдали все. В период летних каникул папы и мамы могут не беспокоиться за своих детей. Ребята хорошо ориентируются в городе, знают все дорожные знаки. За свои знания и умения в торжественной обстановке юные полевчане получают свои первые водительские удостоверения. На документе фотографии юного водителя, печать ГИБДД и подпись владельца. Я пошел на эти курсы, чтобы выучиться на скутер. Потому что там учитель у нас профподготовки, Наталья Михайловна сказала, что это курсы на скутер. А я пошел на скутер, а оказалось на велик. Ну я не бросил, решил закончить все знания, потому что пригодятся. Все равно потом эту теорию тоже надо будет сдавать. Ольга Соколова, Павел Пырлик, новости нашего города.